Добрый день, кто смотрит этот видеоролик. Меня зовут Гули, и это у меня второй видеоотчет. На первом видеоотчете я сказала, что у моего ребеночка улучшается речь. На тот момент он говорил колбаса, вода, шоколадка, но были отдельные слова. В данный момент он говорит хочу пить, хочу есть, картошку хочу. Можно открыть дверь, можно открыть окна. Это зеленое, вот это красное. И так далее. Сегодня среда, и в воскресенье у нас было 8-й видеосеанс с уважаемым Давидом. После этого сегодня 4-й день, я заметила, что ребенок часто, очень часто начал говорить, я хочу играть. Я хочу играть в песок, я хочу играть в площадке. Начал слушать по ночам сказки. Вот этого у нас вообще не было. Еще хочу сказать, что 4-й месяц мы нигде не занимаемся и никаких лекарств не принимаем. Можно сказать, что все это благодаря уважаемому Давиду. За короткий срок добились такого успеха. Мы всей семьей благодарны этому человеку. Спасибо вам огромное за вашу заботу, за ваше внимание и за затраченное для нас время. Спасибо вам огромное.